И мы входим в то, что называется The Court, против солнца. Вот здесь красиво. Очень сделано такой волной, как бы приподнятые клумбы. Сейчас они все в тюльпаны. Потом сменит их что-нибудь не менее впечатляющее. Вот. Я их снимала. Здесь пока пусто. Там такая чаша, как бы, с лотосами. Это оранжерея, лимонарий. Вот. Я все это снимала в отдельном видео. Поэтому особенно не буду заостряться. Просто общий вид. Там что-то цветет, надо будет пояснить, что это такое. А здесь вот Джорджа Шервуда такая кинетическая скульптура. Как она называется, неизвестно. Но похоже на цапель. Немножко постоим. На этом закончим. Пока память есть, я поснимаю.
настрой был.